Он поэтому не принимается. Да. Тебя он уже, блядь, Сирос попустил, нахуй. Сейчас выкинет и еще раз попустит несколько раз. Ладно. Это и Андрею не тебе, блядь. Да, я понял. Че? Ой, бля. Давайте, поехали это расчистить. Хватит, кажется. Эх, вон мы спекнемся. Ну, ща релогнешь, блядь? Нет. Он я успел. Ой, это я ванхолики заебешь, как у меня грот убирает. Масталки не помогает. Ой, блядь. Так, Ронга, ты тут? Не, вы находитесь в самом сердце земель, блядь. Ничто не защитит. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другое лицо. Блять, у нас танков нету или что? Да не, просто, блять, в Дискорд нужно заходить, нахуй. Ну. Сейчас, блядь, просто за Дискорд поминусую по половине, блядь. Ну, чтоб на следующий раз запомнили. Блядь, это второй силка или это первый? Я как ебанца с собой не разговариваю. Второй. А, блядь, так у меня КД на маге, я на рогу зайду. Думаю, че меня нахуй не пускают? Блять, а когда мы в первый ходили? Пиздец, по-моему, когда я не мог. Пятницу или в субботу, по-моему. Что-то я не помню, пиздец. Ты же не арбу забрал, Беба забыл? Да, там же лук, ты помнишь, Беба лук был там? На этом когда был? Да. Вот тоже на прошлом было, что-то сижу, думаю. Пиздец. Просто в начале недели было. Я что-то пиздал. Привет, что у вас по народу? Пока привет. Фул. А, ну, сейчас, значит, сейчас, если сток с ловушки следующий не снимет, то место освободится. А что, сомоните, я сниму ловушки? Не, принципиально пусть сам. В гирейте, блядь, сука, я еще должен в чат писать, нахуй, чтобы он в Дискорд зашел, охуел совсем. Не, ну он так-то здесь давно сидит в Дискорде.
Интересно, он сможет снять ловушку? Слышь, Кирилл, а как ты думаешь, а какая трения будет лучше, пламя или ЗОД на рогу? Пламя будет лучше. На мычка? Да. Я просто так думаю. Мне кажется, ЗОД на... Типа там постоянно АП. Ну да. Ну, а типа пламя УВС наносит. Ну, а ну сколько она меня набрала? Ну, ну бля, все равно АП шапает яды, по-моему. Да, тут РПГ. А вот он постоянно держит. Я думаю, вот сейчас пойду себе куплю. Ну так у всех просто, но... Да не, я просто смотрю на пламя, мне что-то пламя пиздец не нравится на мутике. Не знаю, я просто на пламя... Я тоже это пламя. Ну она ПП ебаная дает, а там хаста АП. Типа лучше. Ну ты видишь, что она тебе дает, в принципе, как твой спел, один из твоих спелов. Нет, она намного меньше дает. 80 тысяч она дамажит на сорке, нахуй, Андрей. Это полная хуйня ебаная, когда я бил на роге. 80 тысяч она дамажит примерно... 3, ну, с 3 кого как? От 3 до 6% урона. Как она может дамажить 80 тысяч? 80 тысяч это примерно 1%. Ну, правильно, блядь. 4% урона, нахуй. От всего дэмэджа, нахуй. 3,5, по-моему, или сколько? Около 4, короче. Я круглю, блядь. Она я дамажит, смотрел, у меня вот из всех трини, что у меня есть... Ладно, все, короче, смотри всего. Дальше. Я мнение свое выбрал, что это говно тринкет, вот и все. Не, я просто видел уроги все. Лучше значок будет. Я видел уроги топовые ночи. Хаста, типа, РПБ там идут. Я не спорю, шадешники они носят. Не, шадешники носят. У вас какие алкаш наберем? Бля, конфил я тебе давал уже инвайт. В чем проблема? Сколько я тебе раз буду давать? А чё мы на нервнике не купим? Просто шмотку обсуждали и всё. Не, ну я сейчас смотрю тут, короче... Фласки алкашные берите. Тут типа мутик. Набрали уже, блядь, тпшных, походу, да? Ну хуярь! Если сегодня взять... Алкашные берите, но этого нючая с вулкана. Обычку, блядь. Драконьего разума, аритрон. Минус, пошли минус. Сейчас, Акума тоже взял. Да ты, блядь, не деньги. Он так-то сдает предмет. А? Никто за меня деньги не падет. Кто тут должен? Блядь, алкашит. Подожди. Ну, не, ну типа ты положил... Ну давай, допустим, окей. Ты типа взял 4 банки, если я не ошибаюсь, правильно я говорю? 4 банки драконьего разума и положил 500 голды. Они как бы по 500... Я вернул, ты что, слепой? А. Да, я вижу, базара ноль, все. Не увидишь. Бля, давайте посуды, ребят, ну его нахуй. Сори. Ну, мы сейчас... Давай, Серчан, на полубах, это их. Да, погнали. У меня еще висит вообще, кстати, с прошлого столка хэмки. Беба. Все, поехали. Че, дайте лапу? Ладно. Да. Ебата. Burn Spike Castle. Блять, мискликнул. Bone Storm Cast. В лужах не стойте выходить его. Bone Spike Cast.
Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Беги, малышка, беги! Он же, ну, чем дальше ты стоишь, чем больше шанс, что он в тебя чарнется. Усёкнуть? У тебя на вурдалака клиф делится? Про кого сейчас? Ну, вот шмот отказывается. На ДКшного вот это. Нет. Где же ГДК? Ну, типа, Иванфолик. А, это другой чит. Ну, урона ты больше получаешь, чем я. Прям видно. Кто там, сука, дышит, нахуй, заебали? И сопит один хуй, да? Под тем он костерец ебал, 740 тысяч. А мне 600. Бля, сейчас секу я приду. Не выпадите только на трэш. Мы за вклад в ГБ начисляем ЕП только перед тем, как пошли в какие-либо рейды после сброса КД. Да, нет. Ну просто у тебя есть личное, так скажем, КД, один раз ты можешь пополнить. Нет, нет, ты не понял и не об этом. Допустим, человек сейчас хочет РТ сделать. Вот я поэтому и спрашиваю. Okay. Там это не прописано вроде. Не, прописано. Прописано? Да. Ну тогда нельзя, да. Это просто что? Все правила, прям. Мы там еще до или, до или после рейда. Только в клан. Ну просто Инса сказал, что ему ничего не надо, а он хочет сделать вклад. Ну типа с рейда ничего не надо. Ну тогда можешь начислить. Вах! А сорвет? Ничего не надо? Ну, это как считается? РТ да, или РТ? РТ, типа там до РТ вроде написано. Как там написано, так и надо трактовать. Бля, есть почта у кого-нибудь? А у него 3000 жалких ЕП, как есть. Он конкурент. Поставьте, пожалуйста. Сука, Хринш, это ты сопел нахуй? Че? Эдик, там про тебя в чат пишут? В Гачимани. Я говорю, ты сопишь, блядь. Кто? Ты. Да, нихуя не понял, что это. Подними чуть-чуть чат ЛФГ. Вверх. Что? Гачимани ищи.
Понял, понял. Причем я из АФК режима не вижу. Клади, короче, инс. Сейчас постраши на числа. А у нас паладина есть, а у нас вроде ничего не включается. Напиши, как положишь. Может ДБМ пул запустить? 1, 2, 3, блин. Вот мод, блин. Вот ты справа, ой, ты слева, я справа. Вот 3 баф. Кулачок дайте. Надо бафать, когда люди здесь не все. Это рит, который... Энх? Это которого не прохилили, он сдох, как бомж ебаный от метки. Сколько там? 700? 800? Бобёр, не будет Сандера, блядь. 800. Получишь 800. Минус, если что, не плюс. Услышал, Бобер? Красава. Все, давай, что ты далеко? 5, 4, 3, 2, 1. Я тебя вообще процелка, в общем. На всех остальных боссах. Блядь, гриффни? Ага. Перевернутый, в первую очередь, спините, главное. Заебись. Ворвался. Хорошо, сейчас играйте все, потом, блядь, сразу перейдем. Блокмир вас тут контрольте. Эдик, дай ему как-то, нормально. Попейте себе вот флеш. Давайте герою и играйте, блядь. Нахуярили, суки. Spirits. Все, в обычке от духов отбегать не надо. Не, он РДшники отбежали, мили там пох. С этим патчем духи на весь экран, блядь. О, сука. Ну они как леди в размер примерно. Чарм за контроль. Палец успел кому-то не.
Нормально, Сол, молодец. Spirits. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. От всего шмота отказывайтесь, не идите только эти токены, которые это 10-2. На великана сходим? Это что там, квест? У меня, да. Что, не у всех? У всех, у всех. А, ну да, да, да. Да, идем на великана. Ну, шарните квест. Не шарит. Не шарит. Да ебай, тэпнись нахуй, возьми. Алло. Алло. Аккуратно, уберите петов по правой стороне, подходим, не бейте трэш. Там, блядь, бой. А, это за дракон. Взяли квест. Да, что, да. Подождете с драконом? Кризис, ты смотрел фильм «Новичок»? Да. Ты по-любому, как тот негр, глазами щелкаешь, да? Да. По-любому пиздишь. Да. Не шарится. Шарится. Земля не самая. Только не тот, который, блядь, около Альянса, блядь, а внизу на первом этаже. Блядь, сейчас с Агришном был на сцену. Эй, а вы куда? Великаны? Великаны идем. Да сука! Бейте, бейте пока этот трэш. Все, квест теперь не возьмете уже никогда, нахуй. Бой вечный. Дракон в воздухе завис. Да бейте мелочь, потом дракон убьет. Он пока спустится, блядь. Сука, вы серу сбожи, блядь. На, и обратно, блядь. Ебанутый. Да, вообще. Можешь его фернуть. Не ферряется, по-моему. Ну, ферряется. Все, вышел из стая, зашел и квест этот выкопал. Красава. Давайте быстрее поднимайтесь, мы уже подошли к тому великану. Ну, до сюда дойдет сейчас. Маги, дайте стол. Пожалуйста. Все там так проснулись. Какой нет, стол? Все, поехали. Там Швепс уже сейчас побежит. Ребята, ты в мультике, да? Да. Кстати, короче, я понял, что прикол. Меня если в МК убивают, у меня пет багает. Я не могу его, короче, призвать. Пока мне админ спелл не ребутнет. Ну или не знаю, именно уж следишь, чтобы не так. Ты пробовал глиф заново там ебать? Да, да, ну, ничего не понимаю. А мне он уже... Мне он за хэм, когда мы трали, как он. Позавчера мне он два раза обновлял спеллы. Если что. Я там, ну, несколько полов плюс потом собирал просто. Потому что он багается там. Именно вот на вот этом боссе я заметил. Ну или потому что мы на нем чаще всего падаем или умираем, я хз. В чем прикол? Я пока не выяснил.
понятно, анхолик кал получается. Не, ну что-то с питомцем не так. Не говорите. Анхолик. Это исправление персонажа, вот это все, это ничего не помогает. Я даже помню, плен переустановил, это тоже не помогает. Само пет, даже пет не разбавилось. Потому что ты на Сирус мага пиздишь. Тебя поэтому даже и пускают нахуй с 15-го раза не сервер. Я вот так уже и понял. Че, он заивейтился с Дотой? Мне кажется, админы не хотят, что-то играл. Что-то Дота сбросились. Ну он заивейтился каким-то образом, я не понял. Кто заивейтил? Ну этот ебанат. Я в зоне был. Я не был на зоне. Я не знаю как, я не двигался, стоял на одном месте, он что-то заивейтился. Ну, Сирус, короче. Слава богу, что он не убежал там. И хп не резко. Ну ладно, хоть возьмем. Прощаю, Алконфил. Потом квест после сурка сдадите. Пошлите на корабли сразу. Фелиция, что ты там, блядь, валяешься на каждом боссе, блядь? Что у тебя там происходит? А, тебе чума, блядь. Лестите, пожалуйста. Или добежать. Мобила понял. Спасибо. Давайте быстрее на корабль. Пят, быстрее, быстрее вообще запускать уже будет. Ранцы возьмите. И в пушке 4 человека. Ритен, сон же, протоп, кошер, бэба. Баба. Алиба. Фелиция, давай быстрее. Алконфил, мы блестяще запустим. Если там будешь АФК стоять. А можно бафы хоть там минимальненькие, там касочку, там лапочку? Ну там, вот, пока там, лететь будем, бафайтесь. Все, я запустил. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Там можно за ДК сделать все красиво и четенько. Алконфил, ты просто не понял, как это сделать. Да, и подойти к какому-нибудь, там, я не знаю, Локу там, например, или Рогу. И Рога Кош есть. Шаману можно там или Локу кому-нибудь подойти. Наградить, скажем так, или друиду. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Они уже сделали эту задержку? Эту, в чате. И не знаю, и вообще объясните, что значит от лояльности зависит? Не знаю, я, короче, на скамне. Ну, чем больше 20, я лояльность... 23-я лоялка у меня, я спамил, как и спамил, мне типа похуй. Но никак не коснулось эту хуйню. Там только в городах сказали, запустили эту хуйню. Типа я вот с Форбса шарила, типа у меня ничего не меняется. Ну так оно, видимо, с 20-й лоялки, ну, не считается, так понимаю. Ну, с Форбса, так понимаю. Походу. Хуй его знает. А 20-й не считается за лоялку. Да этих буржуев свои приколы. Ебать, скиньте денег на пиво, чё за хуя? Сказал Швеб с погодой там сидит там где-то. Да. Сейчас пару лет не будет даже считаться форус нахуй да, лоялкой. Только погода. Начальный уровень. Не, ну есть? Да, кстати, еще годик, и люди, которые только вот переходили на Сирус, уже давно играют, тупо наголосовали бы уже на Форбс. Нет, не помню. Вот Серега голосовал всю жизнь. Я вот пример конкретный, но я голосую. Я играю здесь 4 года, я только на Форс недавно попал при этом. Голосовал я по 2 раза. С самого начала, по 4 раза. И я при этом еще бонусы лутал с арены. Я вот только вот буквально месяца 2 назад вроде на Форс попал.
Поэтому нихуя там, блядь, не год, блядь, бро. Вообще ни разу. Я могу показать, сколько у меня голосов за все время, там, под 2000. А там же с арены не идут в воялку, они вроде бонусы не горели. Идут. Идут. Ну, они какие-то кринжи-боты, они под пивасы, я не знаю, ну, идут. Я не знаю, ну как... Подпишут одно, а хуй кладет на другое. Да, до этого все сезоны шло. Да. Ну, все, все время шло, а в этом сезоне что-то как-то не пошло. А у них как-то по настроению, вот честно, по-другому не могу сказать. Мне один сезон начисляли. Они по настроению Айзеку закинули 15 тысяч голосов. И я говорю, ну все, типа, ну купи себе ЧБ. Типа, фу, меты там разные под свап, типа, ЧБшные. Он такой, типа, ну, блядь. Говорит, я написал админу, чтобы забрал. Ну вот так. Ну это казах. Я точно помню, что мне первые сезоны давали, потом мне один сезон не дали. Узбек. Я написал на форум, типа, а что за фигня? А что не дали? Добегайте с корабля. Никогда я не давал. Да похуй, добивайте корабль. У нас ТПшник сурпунт нас. Там они какие-то... Я даже не знаю, как сказать, блядь. Просто интересно. Что там, Андрей Ленка, они там, что там? Чё? Там? Пушка или Ленка, конечно. А, пушка? Ну, что ты хочешь, опять Ленканул, блядь. Беба. Че? Блять, нихуя себе, Беба. Мне... Ладно. Ленка не. Ой, ебать. Ой, Беба. Две счеты. Вот так. Беба. Вот так вот. Вот так вот. Самая быстрая рука на диком записи. Бля, лучшая пушка СНГ на охоте. Я слепую урон по усмирителю небес, это не потрашно. Вот так вот. Там пушка тоже что? А чё бой висит? Поверь мне, не считается. Знаешь, почему не считается? Я не могу вторые счеты забрать. Потому что, например... Вот, например, в Ружейника у меня отдельно показывают. Беба надамажил 70 тысяч. Я слышал бис на Элха. Ну, это именно в корабле. Ба, все, с ПДН. Дайте это. Рыбу, да. Рыбу поставил в центр. Какая рыба? Бой висит, не знаю. Можно фулбаф, пожалуйста? Здравствуйте, обновили. Спасибо. Найс, бафнул кого-то, блядь, с боем. Спасибо. Бля, а можете с пула, пожалуйста, рабчу на босса повести, а то я заебался ждать. Вы дракона спулили или что? Кто-то там летал или что? Это, возможно, мой питомец. Пиздец, блядь. У тебя одни проблемы, блядь. Он вернулся, ребята, ничего, сразу. Ты сам как питомец, нахуй. Можешь написать, что через него еще комбат багнулся? Не стоит, понимаешь. Ну, похуй. Я могу отпустить, подожди, попробовать. Я боюсь, что опять пропадет, нахуй. Давай, отпускай, ну, рыбу. Давай попробуем. Отпустил, комбат не пропал. А сейчас бою через 20 минут, секунда счётся, что ты там попробуешь? Не, ну это значит не питомец, походу. Так мы его бафнули уже. Это, мне кажется, это трэш, что внизу чемпионы, которые прям под нами. Короче, блядь, в любом случае кто-то их сагрил, блядь. Mm-hmm. Да, на меня летит уже, нахуй, дракон, блядь. Блядь, я питомца из-за тебя... Ничего, сейчас зауешим его, нормально. Спета бьешь, да, Андрей? Я уже призвал обратно. Уже призвал. Да еб твою мать. Хочу. Да, я думал, босс может просто, если ты без спета. Да видишь, дезинформирует нахуй, пожалуйста. Ты ВДК, Андрей, да? Ну да. Пиздец, у меня рекаунт 6000 дебис показал. 4000 сейчас босс. Вот так и дебис пескомера. Чё сказать? Я сбросил, у меня все нормально показывает. У меня не было комбата. У меня тоже не было. Ну, мы с бафом давайте сейчас. Подал этого комбата. Ну я бафнул кинул. У меня тоже горн. Ты раньше забрал, что ли? Надо было тогда в ретрика прыгать, что один танчик.
О, я раньше забрал. Тут похуй, забрал, не забрал, соло босс танчит, пойму. Так что похуй. Высоко, да? Блин, почти ровно за 3 минуты убили, прям. Секунду. Не спал нихуя. Чуть-чуть больше, наверное. У меня падает ДПС. Ну и покажи нам всех этих. Тоже комбат висит дальше. Да, комбат висит дальше. Че, я могу скинуть? Я говорю, сегодня без пистолета. А у тебя пропал комбат? Давай, бебочка. У меня, да. Сколько у тебя там? 26,9. Угу. Покажи нам всех шпешников. Ща, блядь, покажу. Идите, падайте все вниз и умирайте. Вон дракон летит, но он долго еще лететь будет. Я не хочу умирать. Упали все вниз, и никто в инс не заходит. Все сдохли до единого. Короче, у этого чела с двумя чарками 26 тысяч. Отдали без чарок 27 почти. Зеронима. Че за чел? Чарк мифологи, или как-то так у них гильда называется. Он очень слабенько одет, undead, но у него две чарки, у него 26 тысяч сурка. А, это про дрыща, я понял. Нет, 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 нет. Там другой. Ну я там скинул, я не знаю, блядь, вроде нормально. Че, вы уже сдохли все или че? Да умерите все, не заходите в инс, в чем проблема, блядь, я не понимаю, все до единого, даже заходим, на комбата нет. Так бой бесконечно будет. Че за хуйня? Вы, блядь, гно, я не понимаю, не слышите команды или что? Или мне промониторить, кто сдох, кто нет, блядь, чтобы потом поминусовать вам? Неужели сложно сделать то, что вас просят? Что вы как обезьяны какие-то, я не понимаю. Меня показывают на Юли бой. Fucking gorilla. Повесится комбат, блядь, сука. Вот тяните сейчас свое же временно. А как кто-то не умер, что ты так орешь? Ты не умер или что? Так, что? Ну я сейчас лежал, увидел, как моб сывайдился. Вроде не должно быть сейчас. Все, вставайте, заходите. Токены, если что, в сундуке. На рогу и два на рогу. А что там еще упало? Плащ. Аспирит. Разбойник, ДК, маг, друид. Кому-то надо. Там два токена в сундуке, если что. И остался. Ух ты, блядь, а хилы будут там? А, ну ой, ты, блядь, заебись, пошел ко мне, блядь, а маба там оставил. Блядь, красавчик. Я там стан дал, блядь, тебя бы разъебали. И капли тебе потом дал.
Ну, меня разъебали, я признался. Вот после прожимок меня разъебали. Да грипните мелкого сюда, ну ДКшник какой-нибудь, догадайся. Грип КД просто. Ну иди его сюда, пускай бьют там наши ребята. Фристы срутся. Так, давайте выйдем в пизду вонючку, а где-то еще за хуйня было. После истребления иди вот сразу вонючку забирай. Ты иди забирай. Не дал ленту. На первое истребление дам массу. Да они бакет не пофиксили там. А чё, ловушки? Иди физорги, пускай трэш тут реснется. Сейчас. Слева, справа. А, сток, сиди вон справа, активируй ловушку. Которая там, где гнилой. Бля, я нажми спринты просто. Земляется пухом, мне. Надо было стелс убежать. Да на меня Ивлан прыгнул просто, я глушил. Да. Из фаниша выбило. Вы две активировали? По-моему, одну только. Ну я активировал свою. А я сдох нах. Нихуя не активировал. Слева идите, кто-нибудь. Ну, сука. Ай, протопауэр, ты где-то очень далеко в шипе, да? Да, да. Я далеко не вижу. Ой, да. Спасибо. Yeah.
Кто-то веселит сосет, а кто-то кожу собирает. Дайте лапку, пожалуйста. Там мертвые есть сейчас. Придут, дадут лапку. Первый спор можете не сносить. Вторую, третью сносить. Юля Печенька. Колют крестик. Рыбухавайте, лома в порядке. Быстрее, ребят, давайте речь как-то просыпайтесь, я не знаю. Ну, по фасту закрыть, и это у меня еще дела просто. Дай столик. Че, дайте лапы пристые, го-го. Asus. Еще раз Артем на полумах даю. Блять, Рид, что тебе не хватает опять? Ну, ждал бафа. Лак есть, пристабаф есть, лапка ли? Есть, что тебе еще надо? Все, давай, чё? Ритром дамаф, кажется, бафа. 4, 3, 2, 1. Да Аурус или где-то асты. Стоит там Аура на кассе. И чё вы Геру не дали? Ну, мы уже поздно. Было с пулу давать Геру. Я же сказал, первые споры не сносить его. Ух, ебать, 3 в мили нахуй. Хил. Ну стойте в РНЖ, ебаный урон. Да, иди к БР. Я там сокру на них слил. Я тоже из Баунска. Будет свои силы нажимать. Я просто не понимаю, почему бы не держать РНЖу. Шишки, блядь, мили опять две на. Вы там, блядь, что, совсем охуели или что? Я ж могу по минусу мать, вы же знаете, да? Жду, я не буду стоять метки, я пойду где-нибудь в сторону пустыню. Ты герой какие-нибудь? Я ж, блядь. Да уже на гнилого дадим смысл её давать. Тебе каплю дам через пару секунд. Я думал вы с пула дадите, блядь. Я чуть не проносил, никто не дал это. Сейвов никаких не будет, у меня КД из баунт. Виновал. Подблевать мне. Так что жмите свои сильные. Бах. Бах. Один хуй по 4 человека блюют, я вообще удивляюсь. Я просто не понимаю, почему друид умер, ладно, шаман, блять. Маг, друид, ну, я пожал добровую кожу, но что-то не знаю. Что, ты ни одного стака не взял, хочешь сказать? Один стак был. Типа одного хватало всегда. Я знаю, что... С одним стаком ты не должен был умереть. С добром окажем. Дал сапожки. А чё, с этой залупы нужен ДПС? Или похуй? Всё, сейчас скоков не дропает, ни одного скоков ещё не упало, везёт. Мне кажется, с того босса, на котором раз не давали, нету смысла.